сегодня лето, плюс 22. Я нарисовала вот такую вот картину для дедушки на день рождения. Ну, привет, Аня, помаши. Привет. Полезного нужна. Нормально. О, сколько ее. Женщина зовет. Уважьте, пожалуйста. Все времена, вот, когда женщина есть мужество, она помощь мужчина, Йо-хо-хо! О, сейчас летит шапка! В смысле? А ты ноги на шпагат можешь даже пробовать. С днем рождения! Ладно, это я видео снял, потом отправим. Сюда, ближе к Кедрику. А вы чуть сместитесь. Именинник? Дедушка. Именинник в центр. Давай. Не, ну... Не, наоборот. Они хотят же вам еще рассказать. Ну вот ты чуть-чуть сюда, как будто напротив дедушки становишься. На. Дедушка. Давайте. С днем рождения поздравляем от души всего желаем. Тортик с сказкой испечем и в подарок привезем. И желаем мы добра каждый день прямо с утра, чтобы глазик не болел и на бабушку смотрел, чтобы чтобы вирусы прошли, даже в гости не зашли, чтобы внучки обожали, чаще в гости приезжали, чтобы пенсии хватало и работы было мало. В правительстве России гражданина утвердили и в Моршанск тебя впустили. Про невзгоды все забыли. В Кремль тебя бы пригласили, всей семьей бы прикатили. Сохранить такой порядок, как на полках, в гараже, а среди тепличных грядок манго вырос, чтоб на даче отдыхали и все вместе вспоминали, что построил этот рай дедушка наш Николай. В раю! Thank you.
Аня помогает. Еще. Моя, если любишь, поцелуешь, милая моя. Эх! Целый усец хаты сиротой остался один я. Стал на вечериночку ходить, стал я Любашу любить. Ох, баты, маты, кумы, сваты, повдирали усец хаты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А вы что погиб на войне? А тебе, дорогая, вспоминаю вдвойне, к нежной ласковой самой письмецо тебе шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Мы любим, мама, хорошо, любим. Хорошо, Лёва Тович. Ага. А это Лялька. Вот. Лялька. А Лялька вот светленькая получилась. Mm-hmm.